так, на работу еще нужны люди? Скажем так, мы теперь по-другому немножко подходим. У нас постоянно, мы постоянно открыты к общению, с кандидатами потенциальными, потому что, да, нужны. Угу. То есть, какие мастера? То есть, парикмахеры и кто еще? Сейчас нам нужен парикмахер. Угу. Сейчас нам нужен парикмахер. Но, опять же, это я так говорю сейчас. По факту, если этот ролик посмотрят люди, которые находятся в Украине, как правило, они про сейчас не думают. Они думают на 3-4 месяца вперед. Так вот, с нового сезона, да, нам нужен будет еще мастер. Пока мастер сезон? Маникюр. Ну... Апрель ближе к весне. Ближе к весне, но не апрель. Ну, ближе к лету. Скажем так, в любом случае, если вы связаны с красотой и смотрите этот ролик вот сейчас, допустим, сентябрь 17-го, но вы смотрите там в январе 18-го, и вы связаны с красотой, и вы хотите работать в Кракове, и вы уже в Кракове, то можете прислать резюме. Я больше скажу. Так получилось, что в момент, когда нам очень нужны были мастера, мы наработали определенные, мы пытались проработать определенные каналы, где можно найти людей в Украине, здесь. И нам сейчас люди периодически звонят и говорят: вот вы интересовались, вам сейчас надо, а нам как бы уже нет, потому что мы там мастера маникюра искали, нам сейчас не надо, у нас вопрос с этим решен. Но есть люди, есть салоны, которые ищут. То есть я вот сейчас общался с людьми, это проблема у всех. То есть хорошего мастера найти не так легко. И парикмахера, и мастера маникюра. Поэтому если даже не у нас, есть люди, ищущие толковые мастера, то можно обращаться, мы перенаправим. В любом случае писать оно лишним не будет. Да, лишним не будет. Потому что есть салон во Вроцлаве, который... будет интересоваться, то есть если не принципиально, Краков, Вроцлав, есть в Варшаве, и в Кракове непосредственно тоже есть пару знакомых. То есть, сколько полезных вещей вы знали.